Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, у нас закончился турнир, но, как говорится, буста сегодня не будет, ребят. Потому что уже на дворе среда. Среда, да ведь? Или я вам заливаю? Нет, ребят, вторник. Куда это я уже на среду почесал? Так, ну что, Лига Мастеров 3 звезды приз забираем. И здесь... Ох, нифига, мы тут понахапали. Ну, как я уже говорил, буст, ребят, не будет. Будет обычное, ребят, прохождение. Так, давай бесплатно сюда пак. Замечательно. Так, и сразу, наверное, начнем с поединков. Поехали. Берем 11-11. Тут нам надо будет 1, 2, 3, 4. Ага, 1, 2, 3, 4, 5, хотел уже сказать. А на самом деле у нас всего лишь 3 персонажа. Ну, сами понимаете, короткий выходной, ребята. Сегодня весь день просидел в... Догадайтесь, в какой игре? Не догадались? Ну ладно, я вам скажу. Хогвартс Легаси. Да, я сегодня весь день сегодня там просидел, проиграл. Вот вечером уже, какой вечером? На моих часах это час ночи. То есть вторник только наступил. И вот я, ребят, дошел до черепашек. Потому что там уже у меня 3 серии снято по 2 часа. И они сейчас в данный момент рендерятся. А пока не рендерятся, вот я думаю, дай-ка я сыграю в черепашки. Ну, на самом деле, я еще хотел поиграть сегодня в Дракона и Всадники Олуха. Посмотрим. Также хотел в Снэп. Очень чего много хотел, ребят. Но выходной короткий. Завтра уже мне на работу в ночь. Так что особо тут не разгуляешься, сам понимаешь. Мы только можем разгуляться, когда у нас длинный выходной. А он будет через 2 ночи. После 2 ночных смен моих. Так, ну что, давай тогда здесь 20 и 19 уровень. 1, 2, 3. До сих пор еще 3 персонажа. Хотя поединок уже идет 4. Ну, поехали. Кстати, здесь можно было бы, если честно, поставить просто автобой. Мне кажется, автобой бы здесь тоже довольно легко бы справился. Лично я никаких проблем не вижу. Так, 61 уровень. Так, 12-13. Я смотрю, тут противник 23-го, 24-го и 25-го уровня. Ну что же, в бой ставим, ребят, на автоматику и смотрим, как мы... А как тут? Легко и просто. А почему Донни сделал, точнее, Леонардо сделал такую атаку одиночную? Он же мог бы довольно мощную бы применить, и все бы у него было хорошо. Ну вот мы и в элите уже. И года не прошло, как мы перебрались в элиту. Уровень по-прежнему у наших противников 23-й, 25-й уровень. Ну а у нас уже, как ты видишь, 4 бойца. Нужно, чтобы стало 5. Тогда у нас будет быстрый прирост именно кубков. И, соответственно, быстро мы будем повышаться уже по рангу. А сейчас так, просто бегаем, как говорится, от нечего делать. Так, 16-я позиция здесь. Ну, посмотрим, может быть, дадут все-таки мне. Во, 12-14. Пока еще до сих пор безопасный для меня уровень идет. Именно до 30-го. Да даже до 40-го. Здесь можно, ребят, на автобое. Потом, да, потом немножечко придется попыхтеть. Так, ну что, а пока у нас идет автобой, давай-ка почитаем какие-нибудь комментарии, которые у нас оставлены были за последний день. Так, ну что, переходим на элиту 2 звезды. 65 уровень. 12-14. Ну давай, 12-14. Фиг ли делаешь. Выбираем. 1, 2, 3, 4, 5. В бой. Так, ну что, первый комментарий у нас идет от Никиты БС. Ты молодец, что снимаешь такие старые игры, которые никому не интересны, кроме того,
кто это смотрит. И я хочу сказать, продолжай снимать. Отлично. Задает вопрос Супер Сэнди. Когда конец сезона? По игре «Растение против зомби-героя». Ребята, конца сезона, я уже сказал, не будет. Не будет конца сезона, все. Потому что игра не обновляется, и никто ее не собирается, ребята, обновлять. Так что это и есть конец, можно так сказать, игры. Сейчас единственное, что там можно просто драться и брать ранг выше, и все. Больше ничего не будет нового там. Так, Макар Андреев пишет: рейд и топ, но я, конечно, начал только месяц назад смотреть, но контент топ. Понятно. Я только скачал игру, и у меня 500 кристаллов, скоро 750 будет. Посоветуйте покупать отдельного героя, просто по 100 гемов или эксклюзив по 200 гемов? Задает вопрос Виталий Колокольцев. Я тебе, знаешь, что скажу? Не покупай вообще ничего. Это по растениям против зомби-героя, потому что там уже нет смысла. Так, Альберт Магадиев пишет: Рэй, снимай почаще черепашек. Ребят, я уже и так снимаю часто черепашек, что уже начинает народ жаловаться: Рэй, сколько можно, давай прекращай. Но видишь, есть такие, которым наоборот еще больше нужно, чтобы выходило с серии. Лорд Комаровский. Так, конечно, взял картонного Чака бестолкового, который урон не наносит. Надо было брать синих Бомба и Матильду. Или вместо Матильды Реда. Но никак не Реда. Но никак не Реда, Чака и Матильду. В общем, это по старой игре, пишет, которая у нас называлась Angry Birds Epic. Вот такой вот, ребят, комментарий. Так, дальше у нас Гальмира Керимбадж пишет: откуда 990 зеленых штучек? У меня 45 ранг на 160. Это по снэпу? Ну, я тебе скажу, ранг 160, это, конечно, что-то, по-моему, немножко преувеличенное. Это, я не знаю, если ты до такого ранга дошел или дошла, то ты должен сам понимать, откуда 990 зеленых штучек. Как насчет Resident Evil Remake? Пишет Григорий Кошель. Да, была у меня идея, ребята, начать. Есть у меня аккаунт в Steam казахстанский, но я заходил буквально на днях. Мне, если честно, жалко тратить 4,5 рубля на игру. Возможно, ее взломают в скором времени, и я лучше, наверное, взломку поиграю. Ну, если не взломает, то придется покупать. Но тут на днях, буквально сегодня, где-то часиков 7 вечера, выходит на ПК «Одни из нас», первая часть, ребята, с улучшенной графикой, ну, все как полагается. Сколько она там будет? Тоже стоит, по-моему, около 4 рублей. Хоть я ее и прошел, конечно, и не один раз, но это было на плойке. Вот, на ПК я бы, наверное, взял бы, но опять же, жалко денег. Возможно, тоже ее, ребят, скоро взломают, и тогда поиграем. Так, меню коллекция внизу, слева над кирпичом, Gold, есть синяя маленькая кнопка. Так, маленькая синяя кнопка, там сортировка карт, также и по улучшениям. Справа внизу аналогичная кнопка по подбору карт. Тебе писали ранее, но упорно тратишь время на поиск. Это, опять же, ребят, по игре Snap. Комментарий был от Александра Б. Так, автор. А зачем нужны серебряные, золотые и платиновые осколки? Слово путагена. Нет, не слово, а слева путагена. Это, наверное, мутагена ты хотел написать. Я тебе объясняю. Серебряные, золотые и платиновые осколки нужны для перевода наших персонажей по рангам. То есть он получает звездность. Одна, две и три звезды. Для этого, для каждого ранга нужны свои осколки. Например, чтобы перевести персонажа в платиновый ранг, нужны платиновые осколки. Это касательно черепашек-ниндзя. Комментарий писал Демон. Так, сейчас, ребята,
очередной поединочек зарядим. Пускай они там пока сражаются. Так, повторение. Два комментария одинаковых. Даже три, я бы сказал бы. Ага, покончим. Добро пожаловать во вторую половину игры. Написал Seven Fire 9 часов назад буквально по игре Shadow Fight 3 к 56 серии. Я твой прикол понял. Так, сними сегодня буст по черепашкам ниндзя легенды. Ребят, ну буст уже не получится, как я вам говорил. Вот она, серия по черепашкам. Сегодня вторник. Буст я прозевакал. Вот. Канах — это сын Венома. Это по игре Битва Марвел Чемпионов. К восьмой серии Поиск камней. Татьяна Якубовская. Ну, возможно, это не Татьяна. Это, может быть, кто-то сидит под ее никнеймом там. В общем, все понятно. Эх, помню начало. Жулдыз Алигмиреева пишет по черепашкам. Да, я тоже, ребята, помню начало. Начало было очень жестким, лютым. Горело одно место у меня как фейерверк. Но, тем не менее, теперь, как видишь, я играю на расслабоне, на изи. Так, Рейд, ты потерял актив в ХКР 2. Да, ребят, я не спорю, актив, наверное, потерял, потому что... Ну, я стал меньше снимать. Меньше снимать, потому что, наверное, все-таки подустал. А когда подустал, то можно и перегореть, понимаешь, да, к чему я? Поэтому я не удивляюсь, что если там актив упал... Но ты знаешь, обычно, когда отдыхаешь, потом возвращаешься в игру с новыми силами, и все у тебя хорошо получается. Так, Вова Ившин. Рэй, привет, обожаю твои ролики. Предлагаю тебе поиграть в такие игры, как Cuphead, Clash Royale, Atomic Heart и Disney Heroes Battle Mode. Но я тебе скажу следующее, что... Например, Atomic Heart уже пройден на моем втором канале. Это первый канал. А у меня есть еще один канал. Вот Atomic Heart там пройден. Disney Heroes Battle Mode, ну что тебе сказать, я ее начинал когда-то играть, не очень много наиграл, и в общем где-то как-то она потухла для меня, эта игра. Вот. Сделай платиновую Эйприл или Рокстеди с молотом. Можно будет об этом подумать потом. Так, Денис Копейкин пишет: давай Last Day, то есть последний день на земле. Да, были у меня такие мысли тоже вернуться, посмотреть что там новенького, но пока, ребята, обещать не буду. Ну и последний, наверное, комментарий на сегодня — это Рэй, я предлагаю тебе играть в Shadow Fight 2, вернись в игру, пожалуйста. Ну, в Shadow Fight 2 я играю, но единственное, что могу сказать, очень расстраивает меня реклама. Да даже не то, что реклама, там бывает рекламу ты просмотрел, игра просто зависает. После рекламы идет загрузка игры, как бы вход, но он не происходит. И все. Мне приходится выходить из игры, запускать ее заново, но это, короче, очень долго, нудно. Это после каждого поединка, а извини меня, у меня не каждый поединок победоносный, чтобы идти, как говорится, на лайте. Да, иногда приходится бои там по 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 раз переигрывать, чтобы победить. И ты представляешь, после каждого смотреть рекламу, и еще не факт, что она у тебя зайдет обратно в игру. В общем, вот только единственный вот факт, который меня очень сильно выбесил и заставил, в принципе, очень-очень редко снимать серии по этой игре. Я вот сейчас на Shadow Fight 3. Еще собираюсь, ребята, как бы попробовать Shadow Fight Arena. Ну, я не знаю, стоит ли она того. Как бы там нету ни сюжетки, ничего. Там просто у нас, я так понимаю, поединки на арене с реальными игроками. Если я правильно все понял. Может быть, с ботами, фиг его знает. Ну, в любом случае, можно было бы посмотреть. Что касается таких игр, как Free Fire, Standoff, там, да, у нас второй. Ну, как бы, ребята, если в экшены играть, то, мне кажется, лучше на ПК в такие игры. Можно посмотреть там серию другую, снять по этим играм на мобилу, на Android, да? Но все-таки как бы я предпочитаю вот эти вот стрелялки, шутеры, экшены играть все-таки на ПК. Ну все, вроде бы отстрелялся,
на вопросики поотвечал, на комментарии, ребята. Комментарии вам озвучил. Давайте теперь спокойненько допройдем черепашек. Тут осталось, тем более, шиш да не шиша. Буквально, ну да, еще поединок. Сделаем с тобой ежедневки и, в принципе, будем закругляться. И попробую сегодня все-таки еще запустить драконы всадники Олуха. В планах, конечно, было сегодня намного больше сделать видосиков по играм, но Хогвартс Легаси меня что-то затянул. Затянул реально, ребят. Вроде только сел, смотришь. В час сел, смотришь, уже 5 часов. В 5 часов сделал там небольшой перерывчик, пошел, поел, дальше сел, хоп, смотришь, уже 8 часов. Думаешь, ёпрасоты, вот бы так бы на работе бы время летело бы. Так нет же, на работе оно тянется, как, я не знаю, вечность просто-напросто. Дома оно пролетает моментально, а на работе длится вечность. Несправедливо. Так, ну что, это у нас последний поединок сегодня на арене. Как ты понимаешь, далеко мы не ушли. Да, это у нас получается Лига Сёгунов, одна звезда. А, нет, скорее всего, да, Лига Сёгунов, две звездочки. Ну, в принципе, ребят, для вторника это нормально. Для вторника, потому что мы понедельник обычно доходим до Лиги Сёгунов, три звездочки. Потом нас скидывают до Лиги Самураев, там, одна, две, три звезды. И мы, опять же, добираемся Лиги Сёгунов, две, три звезды. То есть, я считаю, как бы нормально поиграли, лайтово. Так, и здесь нам что? Пройдите серию испытаний. Ну что, побежали. Пойдем, пройдем серию испытаний. Возьму, наверное, Усаги. Возьму наших маузеров мелких. Плюс Леонардо. Донателло нам не нужен здесь. Возьму Кренга и Супер Шреддера. Вот такая команда. И сейчас мы быстренько здесь всех бомбанем. Или не быстренько. Сейчас посмотрим. Ну ладно тебе, Усаги. Ну что ж ты так, а? Не смог добить какого-то там паукуса. Но Шреддер тоже подкачал. О, видишь, как Крэнгушка с удара выносит. Чепушил всяких. Так, ну что у нас тут? Наверное, так сделаем. Кручу-верчу. Запутать хочу. Ну и... Не, лучше, наверное, не уничтожить Рокстеди, скорее всего. Угу. С молотком, я так понимаю, в комментариях именно вот про этого Рокстеди говорили, да? Который с молотом. Потому что больше у нас вроде бы как нету. С молотом никаких носорогов. Так, ну что, поднять уровень персонажа. Сразиться в поединках. У нас сколько... У нас сколько этих? Так, значит, 7 нужно, да? 7. Поехали, попробуем. Один есть. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой и последний. Ну, ё-моё, ну начинается. Все, прокачиваем. До четвертой ступени. Так, нам, блин, нам чуть-чуть не хватает. Где мутаген, скажи-ка мне на милость. А мутаген вот он. И, кстати, да, сейчас мы купим. Вот так вот. Так, Рафаэль. Чего не хватает? Сколько? Блин. Немножечко не хватает. Сразиться. Ну, блин, да что ж ты будешь делать? Так, навыки. Ну, поехали. Все, теперь я могу спокойненько прокачать ему уровень. Да что ты будешь делать-то? Чего не хватает-то? Я не могу понять. Ну, 24... ё-моё, что-то я попутал. Я, ребят, попутал. Я думаю, 22 200 тут...
Тут 24 200, оказывается, нужно. Ну вот оно что. Так, и поднять уровень персонажа. Ну, придется тогда поднимать уровень персонажа кому-нибудь. Хотя... Нет, тут осколки. Да, придется кому-нибудь... Он, Леонардо. 57 уровень получает. Так, забираем здесь награды. Все. И заходим. Смотрим. В плане, у нас только... Только одно событие. Что такое? Это что, я спрашиваю, такое? Ну что, поехали. Быстренько раскатаем. И, наверное, будем этот уровень фармить, скорее всего. Ты сам понимаешь, 10 уровень. Тут, соответственно, всем на один зубок просто-напросто. Любому моему персонажу, кому не дай, он любого здесь разнесет в щепки просто. Особенно этих скелетов. Еще главное, щиты такие там. На одном щите кошечка, на другом какой-то там дракончик изображен. И вот она, последняя волна. Третья. Все. Ну что же, разобрались. Теперь остается дело за малым. А именно фармить. Правильно, жетоны. Погнали. Так, секунду. Так, Микеланджело. Маяк. Доллары. И книга, все. Остальное все спускаем именно на жетоны. Сколько у нас там попыток-то еще? Ага, еще 10 попыток. 10 на 15, это получается 150. А жетонов идет в плюс. Возможно, ребята, я еще сегодня опять где-то в часика, может быть, 3 ночи полезу играть в Legacy. Скорее всего. Так, ну что, вроде бы здесь все, друзья. Я, наверное, буду смело закругляться в сегодняшней серии. Всем удачи и до новых скорых видосиков.